Чебоксарах задержали мужчину, который приехал в город, чтобы продавать синтетические наркотики. Однако в ходе расследования выяснилось, в 2014 году он воевал на стороне украинских националистов против населения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Делом занимается МВД, ФСБ и Следственный комитет. По данным следователей, Сергей Ильин воевал в качестве стрелка с позывным «Генрих». Как следует из материалов уголовного дела, Ильин, являясь сторонником радикальных националистических взглядов, в ноябре 2014 года прибыл в столицу Украины, город Киев, для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке этой страны и получения за это материального вознаграждения. Там он вступил в состав украинского националистического батальона «Организация украинских националистов», после чего прошел военную подготовку в учебном центре этого батальона и в период с 21 ноября по 21 декабря 2014 года принимал участие в боевых действиях против населения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в том числе осуществлял прицельную стрельбу против ополченцев, а также мирных жителей. За указанное действие злоумышленник получил денежное вознаграждение в размере не менее 4000 гривен, после чего покинул территорию Украины. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы, отметили в Следственном комитете.